улице шел град. Это я принесла с улицы. Капец. Слава богу, закончился. Остался только ливень. Сравнение с моим ногтем. Капец. Машины вон прячутся под кустики. Я только что ходила смотреть на свою. Пожалела ее. Но с ней все хорошо. Крыша целая. Стекла целые. Вроде бы видимых повреждений, короче, нет. Надеюсь, что я все увидела. Да, вот этот вот мужчина даже покрывальце накрывал наверх. Переживает. Конечно. Вот так вот. Черкассы. 2 августа.